А ну гони деньги, мелкая! Ага, сейчас. Девчонки, ну не ссорьтесь вы. А ты вообще молчи, предатель. Хотела нас бросить. Да я не хотела вас бросать, эта идея была Дины. Это же не значит, что я так же хотела. Неважно, теперь эти деньги общие. Они нам пригодятся. Эй, они мои! Стой! Ксюша права, они теперь общие. Этот поступок был некрасивый, Дина. Вот оставьте их себе. Денежки мои, я их заберу. Да, я здесь. Только очень срочно, чтобы никто не узнал. Да, адрес верный. Вы что, мне не верите? Я же вам ни разу не врала. Хорошо, жду вас. Вот это да! Ох, какое утро! Блин! А? Ой, профессор, извините. Ням, 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 люблю науку. Секрет прищепки. Ксюша, что это за пробелы? Дырки. Зачем их вырезал? Ксюша, прищепка работает хейтерами уже больше. Опасно. Слушай, ты должна кое-что узнать. Так, народ! А вы что? Все, просто стоим, разговариваем, да, отдыхаем. Вы странные. Короче, я беру наши денежки. Я иду в магазин, в город. Кому что взять? Диана? Да не, ничего. Ладно, возьму тебе вкусняшек. Профессор, а вы? Наука. Да, он всю ночь что-то мастерил, пусть поспит. Окей, поняла. Так, все, я пошла. Эй, а меня спросить не хочешь? Обойдешься. Ах ты мелкая. Дылда. Сама такая. Кто как обзывается, тот сам так называется. А ты... Фу на тебя, Диана, я такую узнала. Что? А я нашла вот, что в костре было. Они хотели, чтобы я это не нашла. Ксюша прищепка работает хейтерами уже больше опасно. Что за секрет? А если она предатель? Но это ничего не доказывает. Если мы за ней проследим, то докажем. Что? Я не буду следить за Ксюшей. Тогда я одна. Ну ладно, я с тобой. Пошли. Только я тебя очень прошу, сними этот костюм дурацкий уже наконец, а? Камеры прищепки? Откуда она у тебя? Да, зато запишем доказательства, не отвертится.
Побежим, пока она нас не заметила. Смотри, это еще одна записка. Давай я попробую. Давай, только чтобы не заметил. Ага, хорошо. Давай же, давай. Нет, Диана! Где ж тут ловит-то интернет? Да не могу я, дурацкая связь! Блин, что нам теперь делать? У меня есть идея. Ты позвонишь и отвлечешь ее, а я заберу записку. Хорошо. Так, Сюша. О! Отлично, шик. А? Диана? Алло, алло, да, привет, Ксюша. Как дела? Ты где? Привет. Да, все норм. А ты что позвонила? Отлично, я пошла. Да, 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 хорошо. А, да, тут я хотела у тебя что-нибудь спросить. Ой, да я уже далеко шла. Хочешь, могу вернуться? Я передумала, ничего не хочу покупать. Я так объелась. Чего? Так зачем звонила? Алло? Алло, есть! А что там Дина достала? Ты чего, блин, ты чего? Тут всех достала уже, ты знаешь эту Дину. Ну все, пока, мы тебя ждем. Понятно. Ну что, бежим? Да, бежим. Же предатель, она хейтерами уже месяцев. Впереди здесь она опасна. Кажется, их нужно наложить, чтобы можно было полностью прочитать текст. Ксюша, она вообще поработает с хейтерами больше. Вот тут пробелы, а где третья? Вот так, наверное. Да, она же ущербка предатель. Работать с хейтерами уже больше. Давай заново прочтем, чтобы точно все было четко. Ксюша, она же прищепка, предатель. Она работает с хейтерами уже больше 3 месяцев. Берегитесь ее, она опасна. Нет, 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 такого не может быть. Она же все время была с нами, все время. Смотри, а что это за цифра? Точно, а что это? Может, 1:56 это время? Минута 56, либо час 56 минут. Время точно должно что-то значить, если оно тут написано. Может быть, нам нужно что-то сделать на время? Тогда это что за цифра? 3:06. Ну, похоже на дату. Моя голова думает. А вдруг это дата? 3 число, 3 число, 06 это месяц, 6 месяц это июнь. А что было 3 июня в час 56? Или в минуту 56. А что если... А что если это не просто даты, а время видео? У Ксюши, у прищепки есть канал. А, слушай, это идея, сейчас вот. Я нашла ее канал. Надо найти видео, которое загружено 3 июня. Есть такое? Посмотри скорее. Да, есть. Давай скорее отмотаем на минуту 56, вот. Ничего, просто видео. Нет, стой. Не может быть такого. А если отмотать на минут 56 и поставить на паузу? Сейчас. Что? Не может быть!
Это же моя маска! Твоя маска? Но она же сама сказала, что впервые тебя видела. Значит, все правильно, она предательница, работает с хейтерами. Я ей верила, блин. Она меня предала, Макса предала, всех предала. А что вы тут делаете? А это что у вас такое?